Изи. Ты что-нибудь слышишь? У нас гости. Я клянусь, что там голоса. Госпиталь скрывает больше секретов, чем мы думаем. Надо идти. Грей, кто-то должен пойти в подвал. Ладно, я пойду вниз. Поняла, а я туда. Свяжитесь со мной, если что найдете. Подвале хоть глаз выколи. Здесь то же самое. Действуйте осторожно. Конец первой части журнала. Часть первая журнала вскрытия неизвестного пациента 10 октября 1886 года. Галахад, по-моему, я... Повторите, Изи. Я вас едва слышу. Вам нужно на это взглянуть. Изи. Орехов и голоса. Дома кошмар.
Это я, Изи. Я потеряла с вами связь. Где вы? В приемной. Я нашел его. Это древний. Древний? Здесь? Не может быть. Заклинило. Надо спешить. Полукровка ранен, но жаждет крови. Пытаюсь. Можете открыть? Заклинило. Найдите что-нибудь вроде лома. Я расчищу завал с этой стороны. Хорошо. Грей! Грей!
Yeah!
Замри! Изи! Изи! Держитесь! Давайте! Давайте! Пейте! Грей, больно. Изи, все будет хорошо. Я больше не вынесу такую жизнь. Берегите силы. Должно быть иначе. Мы с вами вместе. Должно быть иначе. Эй, ты! Снова та женщина. Грей, палата. Налево. Вы должны увидеть кое-что. Что это? Что задумали повстанцы? Отдыхайте, Изи. Что хотели устроить повстанцы? Фотография лорда Гастингса. Вот. Груз Агамемнона. Отправка на восток Америки. Они организованы.
Торговая декларация Агамемнона. Весь груз направлялся в Америку. Повстанцы на «ты» с новыми технологиями. Бедняга так обгорел, что не опознать. Сначала его пытали. Спи, дитя, спокойно спи, ночь напролет. Рыцари твой сон хранят, ночь напролет. Сонный час вот-вот настанет, сон стеречь я стану ночь напролет. Святая Дева глаз не смыкает ночь напролет. Усталый мир во сне вздыхает ночь напролет, а душа тихонько внемлет песне ангелов небесных и вдыхает мир и святость ночь напролет. Рыцари твой сон хранят ночь напролет.
Дитя спокойно спит, ночь напролет. Все они прогонят страхи зла предвестников отводят, защищая сон твой мирный ночь напролет. Форма объединенной индийской компании. Без знаков отличия. Похоже, нашел. Запечатанные ящики. Собственность объединенной индийской компании. Всем представителям южных кругов. Мы должны собраться в ближайшие недели. Пароли и явки будут переданы через местных организаторов. Имейте в виду, несколькими нашими людьми заинтересовалась полиция и, хуже того, армия. Последнее – очень тревожный звонок. В связи с этим прошу всех с осторожностью относиться к любым новым знакомым. Хотя предметом нашего внимания в первую очередь должен оставаться Орден, нам также следует заняться сбором сведений о возрожденном сопротивлении. Их ячейки слишком хорошо организованы. Это может свидетельствовать о помощи и руководстве извне. Эта гипотеза объясняет и внезапный всплеск их активности. –